Приветствую вас на канале «Хочу добавки». Сегодня мы будем готовить очередной интересный и очень вкусный салат. Передо мной стоят продукты, которые мы будем использовать. Это отварной картофель, в мундирах он отваренный, копченое мясо, у меня копченые крылышки, можно взять ножки копченые или грудинку. Сыр твердый, вот смотрите, и котик даже попал в кадр. Чернослив копченый и шампиньоны. Я их нарежу пластиночками и обжарю. Все, поехали готовить.